Друзья, мы рады видеть вас. А перед началом просмотра не забудьте подписаться на наш канал. Трагически погиб подающий надежды молодой актер Егор Клинаев. Молодой человек попал под колеса автомобиля. С раннего возраста Егор был творческим ребенком. Он родился в семье музыкантов Натальи и Дмитрия Клинаевых. Родители всегда поощряли стремление ребенка заниматься творчеством. Клинаев пел в ансамбле «Непоседы» и увлекался музыкой, а в 13 лет уже начал сниматься в кино. Его дебютной работой стал фильм «Тайна Егора». За свою короткую жизнь молодой человек успел сняться в 19 картинах и обзавестись армией фанатов, а критики пророчили ему большое будущее в киноиндустрии. После роли Никиты Серебрянского в «Физруке» на него и вовсе обрушились слава и популярность. Он также появился в таких сериалах, как «Мачеха Власик», «Тень Сталина». В 2021 году Клинаев снялся сразу в трех проектах, но его жизнь неожиданно оборвалась. В день своей смерти Клинаев ехал по МКАД на своей машине и увидел жуткую аварию. Молодой человек остановился и хотел помочь пострадавшим. Проезжавший на большой скорости другой водитель не заметил ДТП и сбил Егора и еще двух человек. К сожалению, 18-летний актер скончался на месте от полученных травм. Смерть артиста стала большим ударом для семьи и его коллег. Многие вспоминают Егора как доброго и отзывчивого человека, который не мог пройти мимо чужого горя. Также молодой человек много работал и в своем возрасте стремился к большему, отдавая работе почти все силы. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропускать свежие выпуски.